Из Кабулети с медалями вернулись уральские каратисты. Там проходил международный турнир, где в составе республиканской сборной наши ребята завоевали немало наград. Триумфаторов встретили на площади первого президента. Все подробности далее. Сегодня сборная Казахстана РОВКОК Кюкушинкай находится в Грузии на берегу Черного моря. Казахстан! Алла! Казахстан! Алла! Казахстан! Чемпион! В международном турнире участие приняли спортсмены из Грузии, Турции, Армении, Ирана и Казахстана. Костяк сборной нашей страны составили каратисты из Алматы, Астаны и Уральска. В упорных поединках наши ребята не раз были сильнее соперника, поэтому результат итоговый впечатляет. В копилке национальной сборной 8 бронзовых медалей, 6 серебряных и 7 золотых. Я начал с 5 лет заниматься каратэ. Мои ощущения были нормальные, хорошие. Какие планы в будущем? Выиграть чемпионат мира. Триумфаторов встретили на новой площади. Они – это гордость родителей и серьезный пример для юных спортсменов региона. Для самих же каратистов этот успех на международной арене – не только ценный опыт, но и стимул к покорению новых вершин. Был хороший обмен опыта. Так как там влажный воздух, берег, Черное море, немножко наш климат, как бы выносливости немного не хватило старшему составу, но я думаю, что мы учтем эти все нюансы и будем больше подготовлены. Юные победители и призеры состязаний не планируют останавливаться на этом этапе. Напротив, отмечают, что впереди еще много побед. В настоящее время они планируют приступить к тренировкам в октау. Алексей Кочемасов, Асламбек Саламатов, Кылыбек Акрап, телеканал Акжаик.